сегодня в учреждении образования 224 малыша. Возраст от 3 до 7 лет. Функционирует 9 общесадовых групп и 2 специальных для детей с особенностями психофизического развития. Но тяжелые диагнозы не повод отказываться от детства и новогодне-рождественских приключений. Водили хороводы и танцевали ребята все вместе. К слову, в этом году программа праздника имела некоторые отличия от привычного утренника. Сегодня мы решили немножко в рождественскую неделю отойти от нашего традиционного сценария подобных встреч. Сегодня мы решили устроить коляды. Дети в национальных костюмах, с колядными песнями, стихами, играми и танцами. С отделом Департамента охраны Ленинского района Бреста 65-й детский сад дружит уже не первый год. По доброй уже давно сложившейся традиции в период больших и любимых праздников стражи правопорядка приезжают в учреждение и принимают активное участие в мероприятиях. Порядка 10 лет мы сюда приезжаем. Это наш подшофный детский сад. Всегда мы с ними сотрудничаем, оказываем помощь посильную. Ну и какой же праздник без подарков? Правоохранители приехали в гости не с пустыми руками. На деньги, собранные силами личного состава, было куплено мебель, бытовая техника и предметы обихода, а также спортивный инвентарь и игрушки. Это все на добровольном начале, поэтому мы всегда, даже воспитывая наших детей, участвуя в их воспитании, мы тем самым создаем нормальный, здоровый климат в нашем коллективе, а также поддерживаем добрую традицию Министерства внутренних дел. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.